День Победы отмечают сегодня и жители Щелково-7. Командование войсковой части, которая дислоцируется в микрорайоне, организовало праздничный автопробег. К своим автомобилям жители прикрепили портреты предков, героически защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. В этот раз из-за пандемии коронавируса многие массовые мероприятия в регионе были отменены. Но военные нашли выход и уже второй год подряд проводят акцию памяти в таком формате. Праздничная автоколонна завершила круг по улицам микрорайона и вернулась назад к воротам войсковой части. Машины проехали по Щелково-7 под звуки знаменитых песен военных лет.